проигрываете, если действительно подозрительного ничего нет. Не надо со мной общаться в таком Нет, не комментируйте, не, вообще не комментируйте. Не надо. Подходите, пожалуйста. Я нормально разговариваю. Ну, что это такое? Они просто подвязываются. А что, мы будем каждую вещь рассматривать? Да, досмотр у нас личный. Полномочий у нас нет никаких. Превышение самоуправства. Девочки, наше предприятие бюджетное. Мало ли, что вы мало ли, может, вы книги там наложили. А, вы обвиняете? Я не обвиняю, я не обвиняю. Мало ли, что это. Доставай, доставай. Да, доставай. Какой мы разбираем? Зачем? А, тянули. Вы рабочий день. А, что вы Вы специально довели эту ситуацию до такого стадии. Ребят, не сидите там все. Чайник варит без проблем. Так, чайник забираем. Чайник забираем. Вам вчера сказали спокойно, завтра с утра. Вы сказали, да? Оставляй здесь. Идем, что помою, получишь врачу. Это грузчики, кто такие? Еще раз говорю, выносить будешь, когда я скажу. Да ладно. А вы что? Никто. А вы кто такой? Ребят, подождите пару минут, сейчас наряд приедет, будете выступать. Ну что? Приход какие-то левые. Особо. Ничего не будет. Вы зарегистрировались на Как правонарушение нет никакого. Вы зарегистрировались на ход? Зачем? Проблема решена. Я не понимаю. А для чего вам нужно было? Это 15 лет. Наверное, я здесь жила. Так уже снимается. Чего вы боитесь? А, так это вам хуже, наоборот, будет. Все заснято. Человека толкнули. У меня подписчики, бабки, а вы в минус. Лучше знаете, что такое ТикТок, правильно? Что такое ТикТок? Конечно. Что такое ТикТок? Что там делать в ТикТоке? Тебе пиздец? Ну давай. Так сними в ТикТок, как тебе хуже будет, а мне зачем? Ну я сниму. У меня подписчики и деньги. Ну. А ты ж не знаешь, что это ТикТок. Слово услышал, а не понимаю, что это означает. Вот девушка снимает, пожалуйста. Добро пожаловать в интернет. На YouTube. Они две недели мне пришли посмотреть, а мы отвели плохо. Я должна была после 6 вечера еще что-то погрузить. А после 6 вечера вы не разрешили. Почему после 6? Вам сказали? Ничего вы ничего не сказали. Не сказали. Две недели назад написали, и никто ничего не сказал. Давайте, смотрите. Вчера или?